Rusiya Federasiyasında qismən səfərbərlik elan edildikdən sonra komissarlıq işçiləri binaların qapısında, metro çıxışlarında, dayanacaqlarda bütün yaş aralıqlarındakı kişiləri saxlayıb çağırış vərəqələri verir. Bu haqda olan görüntülər Rusiya Telegram kanallarında yayımlanıb. Вот так вот разносят повестки. Посмотрите, пожалуйста. Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 4. Дежурит с 7:30 утра. А вы кто вообще? А вы кто? Я здесь живу. Молодцы, мы рады за вас. А вы кто? Какая разница? Представьтесь, пожалуйста. С чего вдруг? Ну что вы здесь делаете? Что здесь? Скажите, а у вас совесть вообще есть? До свидания. Вот есть? Посмотрите, пожалуйста, повестки. Вы женщина, у вас есть мама? У вас есть дети? А чего это вы стесняетесь? Почему вы очень тормозите? Просто вы вообще кто? На основании чего вы здесь находитесь? Успокойтесь. И идите своей дорогой. Если вы не согласны что-то, можете написать заявление. Вот да, я не согласна. Вот такие вот люди. Облава на улице. Ребят тормозят всех молодых. Прям при входе в метро. Там и там. Оба-на. Приехали, короче. Облавы. В метро молодых ребят не пускают.